Паралимпийская чемпионка из России доказала непричастность к допингу. Шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла суд против немецкого издания Bild, которое обвинило ее в применении допинга. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России ПКР. За несколько дней до начала игр 2018 в Пхенчхане газета опубликовала статью, в которой назвала Лысову русской, принимающей допинг. На просьбу россиянки удалить публикацию издание ответило категорическим отказом. Тогда спортсменка подала на газету в суд. Суд принял сторону Лысовой, запретил Bild в дальнейшем обвинять россиянку в применении допинга и предписал удалить порочащую ее имя статью с сайта издания. Лысова была допущена к играм 2018 за несколько дней до их начала. На соревнованиях она выиграла 6 медалей, 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Всего за карьеру спортсменка 6 раз становилась паралимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с нарушением зрения. Россиянка также 8 раз становилась серебряной медалисткой паралимпийских игр и 3-жды бронзовой. Кроме того, она 4-кратная чемпионка мира. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.